Два вопроса, вынесенные на повестку дня сессии, накануне были всесторонне обсуждены на заседаниях постоянных комиссий. И потому решения по ним были приняты единогласно. Таким образом, областной бюджет на 2016-2018 годы был утвержден. 888 миллионов тенге направили на содержание новых управлений. Фонд заработной платы школьных учителей и на содержание двух детских садов в городе Кентау выделено свыше 1 миллиарда тенге. Большинство средств из 2 миллиардов 700 миллионов тенге были направлены на решение вопросов водоснабжения, газификации и электрификации населенных пунктов. 82,5 миллиона тенге выделили на нужды образования, 192,5 миллиона тенге на здравоохранение. Для завершения строительства 9-этажного дома 30 миллионов 200 тысяч и 200 миллионов тенге направлено на строительство 4 домов в городе Шымкенте. Депутаты также утвердили состав регионального совета по привлечению инвесторов и улучшению инвестиционного климата Южно-Казахстанской области. Затем, учитывая, что для депутатов 5-го созыва это последняя сессия, были высказаны слова благодарности за совместную работу и принятие важных решений. Дорогие депутаты, я хочу выразить благодарность членам бюджетной комиссии, коллегам, работникам аппарата областного акима, руководителям управления за понимание и поддержку. Желаю, чтобы наша страна процветала, а каждому из вас здоровья и больших успехов. Огромное спасибо всем избирателям, коллегам. Результаты работы народ видит. Горожане и сельчане лучше начали жить, да и экономика региона развивается. У меня пожелание депутатам 6-го созыва продолжить наше дело, быть чуткими к чаяниям народа. На сессии были вручены удостоверения почетного депутата. Его получили те, кто работал на протяжении 4 созывов. Яркий результат совместной работы маслихата с акиматом – объем областного бюджета составил свыше 400 миллиардов тенге. Шанар Уразова, Николай Иванов, Константин Гавшев, информационная служба телекомпании «Отрар».